Казалось бы, еще вчера был радиотехнический факультет, а уже сегодня Институт электроники и приборостроения. Названия меняются, а традиции остаются. Именно поэтому 6 мая, накануне Дня радио, мы празднуем День ИЭП. Остаются считанные минуты до концерта, подготовленного студентами института. Яркие выступления и почетные гости, а также сюрпризы от организаторов. Но сегодня мы ждем с нетерпением, естественно, всех наших студентов, преподавателей, всех заведующих кафедр, Илью Александровича, одного из первых деканов нашего факультета, Макарову Любовь Васильевну, представителей первого выпуска 65-го года и представителей первых стройотрядов нашего факультета. Это мероприятие целиком и полностью, ну почти полностью, подготовлено студентами. Это их инициатива, это близко к Дню радио. И это мы считаем удобной датой, чтобы подчеркнуть, что все-таки мы электронщики, радиотехники. Хотя сейчас название института своего радио исчезло, но все равно мы чувствуем свою привязанность, своя история. Она связана с радиотехникой, поэтому мы хотим, чтобы этот день был связан с Днем радио. Студентам представили новый логотип института и разыграли призы с новой символикой. Команда первого курса показала миниатюру на тему того, как выглядела бы наша жизнь, если бы не было изобретено радио. После яркого выступления группы X-Rush все собравшиеся почтили память выпускника РТФ Валерия Грушина всем известной песней. День Института электроники и приборостроения закончился на очень воодушевляющей ноте. Mm-hmm.